хотят даже, знаешь. С его подходом к этому делу. Да. Так прокачиваем, да? Хорошо. Ну прикинь, какие изометрические упражнения делают. Это не 2-4 форма, там, в трех уровнях. А стоять, то есть, там, пытается баланс как-то держать. Он с этой стойки переходит, знаешь, в пистолетик, там, пистолетик еще там что-то разворачивает. Все, как бы. Мне вот непонятно, у них вот обычные бородавки, и они никогда не стригают волосы, да, у них такие бородавки торчат эти самые, там, сантиметров на 5. Что, смотри, как хорошо. Смотри, как садится бабушка, смотри как. Вон Юр, смотри как садится. Смотри какие стойки. Да, она тут показывала движение, я просто ее хотел снимать, а ты мне сказал где-то. Ну, она переключилась, она тут стойка прям стояла, да? Такие, знаешь, правильные. Вот настоящие кинг-конг. Как бы в репу не получить, молчишь. Я снял сегодня несколько комплексов. Thank you.